Учение «Свет». В минувшие выходные сотрудники национального телевидения «Чуваши» побывали на мастер-классе, который провели московские коллеги из телеканала «Россия-24». «Учиться никогда не поздно», – сказал римский учитель красноречия Марк Квинтилиан. Это доказывали журналисты, операторы и режиссеры национального телевидения «Чувашии». Выходной день прошел плодотворно. Какой должна быть телевизионная история, как должны взаимодействовать оператор с корреспондентом и оба с режиссером? Все это и многое другое затронули на мастер-классе. Его провели корреспондент круглосуточного информационного телеканала «Россия-24» Александр Лукьянов и оператор-постановщик канала «Россия-24» Алексей Соколов. Нам хочется с Сашей услышать от вас то, что вы хотите услышать от нас. Можете задать? Ожидания. Да, чтобы мы на чем-то больше акцент сделали, на чем-то, может быть, меньше, чтобы, может, пробежали так пунктирно. Одним из заданий было сделать качественный лайф-ту-тейп. Это особый вид сюжета, построенного на умении журналиста оперативно реагировать на происходящее. На все про все придумать, написать, снять нам дали ровно 1 час. Заданием справились все. Вы видите, насколько вы крутые, да? Согласитесь? Конечно. В течение часа вы подготовили очень классные материалы. Больше 10, да? Вышло. Да. Причем, выходя из помещения, это было сложное задание. Целый день прошел как 1 час. Чему научились сотрудники телеканала, вы можете увидеть в эфире. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаметов, Республика.